Да что ты ржешь? А давай ты начнешь. Чиз. Исы. Алисик. В общем-то, у нас сегодня видео, кто мы. Кто мы? Кто мы, и ты к телефону бумажки прикрепила. Я поняла. Написал. Теперь я дед инсайд. Нет, Володя не может. Алкаша, только не пиши. Пишу. Не дождетесь. Я продолжаю говорить то, что думаю. Смотрите, кого написала. Это для Сони. Чувствую себя приплюснутой. Ну, ладно. Я не до Dead Inside, не до человек. Ладно, все равно. О, у нас все нет? Ага. Давай заново. Не. Ну ладно. Я устанавливаю связь с бумажкой. Так, я человек. Все, на эти вопросы закончились. Женского пола? Нет. Я человек? Да. Я существую в реальности? Да. Я актер? Нет. А, ну, ладно. Я его вообще знаю? Лично или как? Ну, и просто я его знаю, то, что ты написала, в принципе. Это не вопрос, я его знаю. Сейчас я еще раз докажу, что наша жизнь полна разочарований и обмана. Поехали. Так, ну я в Ютубе снимаю компьютерные игры и еще что-то. Компьютерные игры Майнкрафт? Угу. А, и еще что? Я Эдисон? Да. Я в России живу? Нет. Ты за меня придурка не держи. Я в Америке? Нет. В Англии? Нет. Я вообще точно существую? Ты существуешь? В Антарктиде, в Африке? Нет. Великобритания какая-нибудь. Смотри восточнее. Север, юг, вост. Европе. Да. Мужчина. Кей-попер. О, Феликс. Да. Я Феликс с английского написала почему-то. Stray Kids. Ли Феликс. Ага. Я еще и кей-попер. Знает ли Феликс Эдисона? Конечно. Конечно, лично знаком. Лучшие друзья. Все. Первый раунд закончился. Второй раунд. Второй раунд, и мы сейчас загадываем новых персонажей. Вот это загадала я ей. Ну, лепи на лоб. Закрой глаза, чтобы я тебя тоже налепила. Все, и снова мы Dead Inside. Так. Ай-яй-яй, ты выиграла, значит, задаешь вопрос, я укололась. Я живая? Живой? Ну, думаю, да, живая. В смысле, думаю, да. Да или нет? Живая. Ну, ладно. Думаю, да. Ты живая. Я живая. Живая. Я человек? И так сойдет. Да. Человек. Существую в реальности? Угу, да. Я какой-то актер? Здравствуйте, это импровизация. Наш отряд ребят-импровизаторов готов сегодня импровизировать для вас, потому что импровизировать импровизацию – это то, что мы умеем импровизационно больше всего. Здравствуйте, импровизируем. Здравствуйте. Ну, тоже относительно. Да. Я Ален? Нет. Не живое. Да. Я предмет? Нет. Ё-моё. Давай. А, и актёр, и я знаменит благодаря Ютубу? Да.
Я снимаю про игры? Да. Компьютерные игры. Ну да. Есть и такое. А, знаком с Эдисоном? Нет. Я тебе сейчас, мне кажется, мозг сломаю. Так. Так. Я что-то... Что-то странное, короче. Ну, ладно. Как я могу знать то, чего я не видела? Ты знаешь это. Сейчас окажется, что я какая-нибудь... гипертрофированная мансипама. Я веду стримы на Твиче. Нет. Нет. Значит, я что-то. Я его не видела. Через телевизор хотя бы видела. Ты есть на Ютубе? Это блогерша популярна? Смотря что для тебя популярно. Больше миллиона. Нет. Нет. Какая-нибудь Елена Райтман, это вот. Райтман? Да. У нее почти 6 миллионов. А я не понял! Я что-то неопределенное. Сейчас окажется, что я какой-нибудь мусор, свалка. Вот что я? Кто я? Это я? Нет. Ладно, я ж подумала. Потому что она там на гитаре поет. Ой. На гитаре поет. Ну, играет на гитаре? Нет. Мне кажется, что-то ты мне странное задала. Обычный предмет. Ну, точнее, не предмет, обычный. Обычную. У меня тоже своя. Я туплю. Я спросила, она в Roblox играет? А, ты сказала, да. Это ты? Да. Слушай, что ты могла мне такое загадать, что даже я не знаю. Я снимаю. Нет, ну давай поугадывай еще. Давай. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые спроси, я испытался. Еда ли это? Моя жизнь поломана навсегда. Это еда. Да. А, ну, ладно. Сейчас скажешь, это какая-нибудь брокколи, которая тебе просто в рот не лезет. Нет, ее в принципе нельзя есть, эту штуку. Вы когда-нибудь видели несъедобную еду? Ты знаешь, откуда? Ее можно съесть, но нежелательно. Грифель какой-нибудь. Нет, это не еда, это предмет. Белый. Да. Бело-красная еда, которая несъедобная. Да. Место. Не страну, а место. На деревьях, на кустах. На кустах. Нет. На земле. Да. Картошка. Ладно, давай, я снимаю. Нет, ну да, ну угадай. Давай. Я дам тебе огромнейшую подсказку. Это гриб. Мухомор? Да. Ты прикалываешься. Обычный предмет, ну, еда. Что вторая часть? Нужна вторая часть. Нет, не нужна вторая часть. Нужна вторая часть. Нет, не нужна. Нужна. Нет. 100 лайков, вторая часть. Мечтать не вредно. Ну вот и все. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.